Вот смотри, вот ты говоришь, почему иногда ты спрашиваешь у армян, почему вы едете не в Африку куда-то, а в хорошие страны. Вот возьмем тебя, например, если у тебя будет два стула дома, один шатается, а другой комфортный, хороший, ты на какой стул сядешь? Ты же на хороший стул сядешь. Если даже ты сейчас мне скажешь, что нет, если на плохом шатающем стуле будет написан Азербайджан, а на хорошем будет написан, не знаю, Америка или Италия, я возьму и на азербайджанский сяду. Это ты в эфире так скажешь, но на практике, на деле ты так не сделаешь. Ты сядешь на хороший стул, потому что это ты сам себя сейчас обманываешь. Ты знаешь, что я сделал и как поступили многие азербайджанцы? Сказать? Вот то есть у тебя, если ну, шатаются два стула, один Армения, другой стул, это, например, ну, Краснодар, Франция, я не знаю, Европа. Ты сядешь все-таки на более удобный, правильно? Так? Конечно. А я починю свой шатающийся стул. Я починю свой, который шатается. Как и миллионы азербайджанцев. Мы починили свой стул. А вы просто пересели на другой. Смотри. Вот в чем разница. Вот я только... Правильно.